Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Сёгунов 3 звезды. Отлично. Забрали. Так, открыть колоду. Открываем. Смотрим, что нам здесь достанется. А ничего. 5 долларов. Вот и все. Так, дальше у нас. Пройти серию испытаний. Быстренько, быстренько с тобой пробежимся. Давай, наверное, вот здесь. Возьму Армагона, Бакстера, Кренга, Лео и... пускай это будет Усаги. Вот такой командой побежим. Думаю, никаких проблем не будет с разборкой. Более здесь пиццелицей. Эх, сюда бы Микеланджело. Он бы быстренько этого пиццелицева накрыл бы. Он же обожает пиццу. А тут такой кусок здоровой пиццы стоит. Так, Крэнг, ты что-то не смог добить обычным ударом эту каракатицу, да? Ну что, переходим на последнюю, заключительную волну. Здесь у нас училка, два дрона, ну, змей-ковьюн и крип. Давай попробуем валуном одним. Так, змей-ковьюн и крип выжил, ладно. Минус. Лео добьешь? Красавчик. Довольно быстро прошли. Забираем награду и пойдем, наверное, сейчас искать уже на змею край нужные нам детали. Змея Карай скоро у нас тоже, ребят, прокачается, я имею в виду по скиллам. Практически, ну, до 6-й ступени будет у нее все скоро прокачано. Так, давай-ка глянем навыки. Здесь нам не хватает 6 силовых ячеек крынгов. Так что давай попробуем найти. Одна есть. Вторая. Так, 2 силовые ячейки нашли. Третью. Микроскоп как бы мне не особо нужен, а он выпадает постоянно. Да хорош. Вы издеваетесь, а? Микроскоп мне подсовывают постоянно. Так, это, по-моему, четвертая, да? Пятая и шестую находим. Все. Силовые ячейки мы нашли. Теперь с фонарем. Ну, насколько я понимаю, фонарь будет выпадать вообще на изи, потому что он тут простой каемки, так скажем, рамочки, так что это означает о том, что он будет выпадать на изи. Но у нас уже, по-моему, все, ребят, мы выполнили пока на поиске. Забираем здесь и поднять уровень персонажа. Мутаген, насколько у меня, покажите. 33 тысячи должно хватить. Уже головой. Есть. Еще 2 уровня, друзья, и сотка у него будет в кармане. А мы забираем здесь все остатки наших наград. Ну что, ребята, так, в бой у нас, по-моему... А что, испытание еще недоступно? Через 27 минут, ладно. Тогда я пойду пофармлю, наверное, немножечко жетоны. У нас уже 440. Так, Майки выпадает. Донни. Морозилка. Так, это осколок. Это доллары. 3 жетонов уже хорошо. Кольцо крутости. Еще 30-ка. Карай. Так, ну. Сейчас выпадут осколки. 100% тебе говорю. Да. Не обманешь, как говорится, да, игру. Ну что, тем не менее. Тем не менее, мы... сколько получается? 30, 30, 30. 90 осколков, ой, жетонов забрали. Это круто. Ну что, друзья, надо нам на турнирке как-то подтягиваться. Я не знаю, у нас уже сегодня пятница, там суббота, воскресенье. Короче, очень мало дней остается у нас. И надо, надо как-то делать прорыв. На самом-то деле. Да что такое-то, я не пойму. Возьмем Леонардо и хватит. Наверное. Да, я думаю, что Леонардо справится с морозильной кошкой 59 уровня. Все-таки со своей вертушкой он ее накажет. Я верю в Лео. Не подведи, родной. Так, ну Донателло уж пробьем, я думаю. Отлично. Так, ну что, и продвигаемся тогда далее.
потихоньку-потихоньку. Сегодня бы до лиги, я не знаю, до лиги мастеров как-то добраться хотелось бы. 97-я позиция, но очень медленно будем двигаться, скорее всего. Так, возьмем Донни, Майки, Рафа. Бакстер, подожди пока. И вот этих двух парней. Ну что? Я не знаю, наверное, не буду, ребят, я брать уклонение. Оно, мне кажется, здесь вообще ни к чему. Так, Рафаэль. Сюрикены от Донателло. Давай-ка, наверное, Бакстера, хоп. И вот так вот. Да ладно, не пробил. Но тем не менее, все равно, ребят, по инициативе наша команда здесь успела их разобрать. То есть мы не дали шанса вообще им сходить. И переходим, давай, 80-ю позицию. 85-я. Ладно. Долго, конечно, мы будем здесь продвигаться, я чувствую, очень долго. Раз, два, три, четыре. Ну, тут, понятное дело, Армагон. Сейчас с одной плюхи, наверное, всех накажем. Я уже не буду здесь, ребята, долго, как говорится, сюсюкаться. Пойдем по самому короткому пути. То есть будем брать одного хая или двух максимум. И уже прокачивать наших слабых. Но здесь даже дело не в прокачке идет, а именно в темпе. В темпе прохождения игры. Времени мало, и нам нужно ускоряться. Ну ты представь, пятница, мы еще в сёгунах сидим. А у меня рабочие денечки, ребята, на носу. Так что... опять, как говорится, минус 2 дня, а там уже суббота-воскресенье, и все. Ничегошеньки не получится. Так что вот так. Ну что, Бакстер, не подведешь смертельной волной? Но, в принципе, неплохо. Постепенно урон висит. А это, в принципе, самое главное. Оу, щит, сейчас пробьет кого-то. Оу, ноу, ноу. Блин, ты прикинь, если бы сейчас постепенка бы, ребята, не сработало бы, 100% Леонардо бы уже валялся бы. Как пить дать, он бы его завалил бы. Так, давай, наверное, сей бросим. Да и пора его добивать, наверное. А так как на нем была постепенная, как говорится, баф, да, дебаф, точнее, на постепенный урон, Бибо поддуплился. То есть нам повезло крупно. 73-й, так, становится 61-й. То есть следующий поединок, скорее всего, будет уже полтинчик. 16-22. Я возьму здесь, наверное, Кренга. Раз, два, три, четыре. Подожди. Кренг, это, конечно, все хорошо. Но я что-то подумал, а вдруг все пойдет, ребят, не по плану. Вдруг он не сможет пробить всех. Тогда Карайка должна, по идее, присоединиться. Так, давай глянем. А вот он, Крэнк. Крэнк там на пульт что-то нажал. Нет, Крэнк все-таки, ребята, справляется. Но, тем не менее, я не жалею, что взял Карайку. Это, ребята, чисто моя подстраховка была. Ну что, 50-е, да? 49-е, ну, почти. Так, здесь я возьму, наверное, Супер Шреддера. Вот, мне кажется, опять одного Супер Шреддера не хватит. Возьмем тогда еще нашего Шархана. 70 уровень, я не уверен, что, конечно, по инициативе она переплюнет их всех. Но бомбануть он бомбанет, это однозначно. Видишь, на всех почти, ребят, не почти, а вообще на всех постепенно урон был повешен. Да хорош, ты че, кабан? Совсем, что ли, рамсы попутал, блин? Смотри, а? Че выпендривается? Ну и двигаемся далее, конечно же. Так, 49-я миссия. Ой, ой, 49-я миссия. 49-е место мы... Рэй, о чем ты думаешь, а? 49-й миссии, блин. Ай, заговорился уже. Так, давай возьмем сюда еще зэка на всякий случай. Раз, два, три, четыре. Блин, у меня очень много слабых бойцов. Это именно 55-й, 56-й. Короче, они еще не отыграли свое.
А их нужно отыгрывать, обязательно. Вот как думаешь, докуда мы сегодня дойдем? До Лиги Мастеров 2 звезды сможем дотянуть? Мне кажется, сможем. Ну, мне хотелось бы, чтобы мы дошли. Там уже будет немножко попроще, там всего лишь один ранг поднять, и все, и мы в Лиге Мастеров 3 звезды. Так, 24 место. Но я тебе говорю, это вот как вот неделя пошлась у нас. Незадатливая, да, так скажем. Потому что нас там кинули и с этим, с бустом в понедельник. Короче, вот такой вот просто кидок был. И вот оно до сих пор так и идет, как-то неуклюже. Слушай, я вот, знаешь, что думаю, кожеголовый и железноголовый. Не погорячился ли я, здесь? Может быть, надо было все-таки взять кого-то покруче? Так, Эйприл хиляет. Ну-ка, железноголовый бомбанешь? Красавчик, нам только Донни убить. Эй, да что же вы? Да ну хорош, вообще не можем ничего сделать, прикинь? Вот об этом я и говорю, что, в принципе, разница по уровням не особо большая, да? Но вот мажем мы и все. Надеюсь, что после следующего поединка мы все-таки уже будем в Лиге Мастеров. Так, давай-ка мы найдем 16-22. Возьму, наверное, здесь Макмана и Усаги. Раз, два, три. Макман и Усаги. Ну, тут хорошо. Сейчас Усаги сделает свою вертушку. Ну, а Макман, по идее, должен добить ураганчиком, если кого-то останется добивать, конечно. Останется. Все. Прикинь, у них туда сколько вон мутагена там лежит, по трубам там перетекает. Вот так вот. И, да, ребят, я вас поздравляю с Лигой Мастеров, да, пускай пока одна звездочка, но ничего страшного. А вот почему они мне не дают повышенный ранг, ну не ранг, а повышенные кубки. Я, например, хочу 16-23, но, видимо, они думают по-другому. Так, здесь 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот будем тогда. Сначала и до конца будем идти вот так вот, таким вот макаром. Берем здесь провокацию. Какое у этого Рокзара тонкое, тощее тело, просто. А самое безобразное, что у него кости торчат. Окей. Смотри, что творит, а. Рубануть, может, кого-нибудь? А, давай-ка задебафим их. Плюс запах изо рта. Хотя я бы назвал бы немножко по-другому, запах из другого места. Так, Рокзар стоит, молодец, красавчик. Донни, ты в этих очках что-нибудь видишь, а вообще? Очки даже непрозрачные. Так, ну что, толстопуз, на. Замечательно. Донателло, кстати, очки действительно были непрозрачные, а какие-то бумажные. Картоновые. Ну что, с 99-й мы попадаем на 87-ю. То есть, получается, 10 ступеней пролетаем, да? Окей. Ну что, Ванюшку возьмем. Так, ага. Так и так. Ну, в принципе, если... А она, скорее всего, пойдет, да? Успеет сделать ход. Да-да, я именно про... Про кроликов. И причем двойная атака. Ох, сейчас кому-то вмажет. Кому? Кому-то прилетит. Ох ты! Слушай, ребята, я, честно говоря, не знал, что это, оказывается, массовая атака. Прикинь, я только сейчас... Я думал, что это обычная, а это массуха. Значит, у кролика, получается, две массовые атаки. Оу. Вот оно что. Так, ну, здесь мы переходим на 70-ю, да? 78-я. Так, стоп, если мы здесь взяли Смайки, то нам придется взять Шреддера. И не только его, еще и Армагона. Раз, два, три. Ну, сколько тут? Но, в принципе, если посмотреть, сколько у нас бойцов осталось, я думаю, что должно хватить нам дойти до Лиги
А мастеров две звездочки. Ну, опять же, игра может нам пакость сделать. Давать намного меньше кубков, и все, ребят. И фиг ты до туда доберешься, называется. А пока идеальная победа. Давай, давай, не томи. Так, 60-ю. Ну да, 68-я, потом будет 58-я, 48-я. И вот таким вот макаром мы будем с тобой продвигаться. Раз, два, три, четыре, пять. Да, конечно, что-то 60-61 уровень против 57-х. Это я сгоряча, наверное. Ну, опять же, есть у нас... Блин, Майк этот усиляет команду. Давай, наверное, Шреддер сделаем с тобой атаку. Дальше Змейковьюн. Давай слепоту на них. Меткость понизили, понизили. Так, крик души. И остается тут Рафаэль. Блин. Я в шоке, ребят. 67 уровень. Прикинь, он вот... Ну, скажу тебе, он чуть было не пробил нашего Паукуса. У него осталось там вообще чуть-чуть, немножко здоровья. Просто повезло. Причем вот этой вертушкой, когда он делает атаку, основной урон приходится на того, кому он делает тут удар. Остальной урон, я так понимаю, рассеивается среди всех бойцов наших. О, 17-23. Замечательно. Так, Армагон плюс Крэнк. Армагон плюс Крэнк. Раз, два, три. Вот такие вот пойдут у нас тут. Эйприл еще затесалась. Эйприл, Эйприл. А многие спрашивают, какого хила взять с собой в команду? Брать лучше. Я вам скажу, ребята, что как для меня есть два хила, наверное, самых топовых. Это именно Леонардо и Майки. Все, почему они для меня топовые? Потому что они идут даже не то, что они как, у них специализация это поддержка. Они бойцы, полноценные бойцы, но с возможностью хилять. Можно, конечно, было бы сюда в этот список врубить еще Супер Шреддера, но все-таки у него, ребята, постепенный отхил. То есть, если, например, у нас мало здоровья, да, у какого-то нашего бойца, и мы знаем прекрасно, что сейчас будет ходить враг, и хил может сделать, подлечить его, да, то, например, Майки или Лео восстанавливают сразу же здоровье. А у Шреддера это получается только в тот момент, когда будет раненый боец делать свой ход. Только в тот момент будет осуществляться лечение. То есть он может просто-напросто не успеть залечить себе раны. Вот и все. А про такие, как Муха, я вообще считаю, что Муха чистый саппорт, ребят. Чистой воды саппорт. Даже морозильная кошка, наверное, будет лучше, чем Муха. Муха у нее вообще... Слабые очень атаки. Да и хил, я бы не сказал бы, что тут такой заоблачный. Нет. Нет. Это все-таки не то. Не знаю, может быть, кому-то нравится, конечно, Муха, но вот мне нет. То же самое можно сказать и о Кирби. Ну, у Кирби хотя бы есть массовая атака, когда он кричит. У Мухи же нет ничего. Он бросает только фляжку эту, которая может оглушить противника, и все. Но это сугубо мое личное мнение, ребят. Может быть, когда мы прокачаем его на сотку, я буду просто пищать от этой мухи. Кто его знает. В чем я, правда, сомневаюсь. Но, как говорится, пока не прокачаешь, ничего ты не узнаешь. И какие-то твердые, как говорится, заключительные факты, да, или какие-то умозаключения я не могу, ребят, на 100% дать. Вот прокачаем, тогда я тебе 100% скажу, что... Говно муха или норм боец. Вот так вот. То же самое касается и морозилки. Но морозилка мне больше нравится, чем муха. Даже вот на этом фоне непрокачанном она мне больше нравится. Так, что-то у нас то 16-23, то 16-22. Я не пойму. Так, вот, 17-23 возьмем. Армагон. Рэнк. Все меньше, меньше, меньше у нас остается бойцов. Но я думаю, все равно успеем пройти.
Я думаю, что все равно мы успеем пройти. Давай, Армагон, валунчик приготовь. Замечательно. Давай ракетами просто добьем, да и все. Не будем здесь спирдар этот луч делать. Что значит усиление блока? Причем усиление блока идет как дебаф. Вот я заметил. То есть он, наверное, снимает. Но если он снимает, то должно быть понижение блока, а не усиление блока. Странно. Так, ну что, вот 17-23. И везде, везде ребята суют этого Майки. Во всех вот уже высокоуровневых, да, бойцов всегда сидит Микеланджело вот этот вот. Как бы он основной тут у них в команде. Я, в принципе, понимаю, зачем, да? Дает уклонение, дает хил. Ходит первым. Ну, опять же, видишь, он 75 уровня, а он не смог добить Леонардо. Почему? Потому что он не боец, ребят. Да, он уклонист, он хилер. Еще какой. Ты видишь, даже я пробить его не смог. Потому что у него уклонение стоит. Так, давай-ка мы спрячемся, наверное, в инвиз. Черт его знает, что у него там на уме. Ну, мы его сейчас вообще, ребят, мы его сейчас вообще не сможем пробить. В плане он еще себе вешает уклонение. Ты прикинь, ну-ка. Зашибись, молодец, Армагон. У него получилось, ребята, его пробить. А то уклонение первое, видимо, он получил от пассивки. Это пассивное уклонение, ребят, которое стакается. Так, ну что, Лига Мастеров, 2 звезды, как я и хотел. Я, в принципе, ребят, перешел. И последний у нас поединок сейчас будет. Раз, два, три. Да, раз, два, три. Один, как всегда, ребята, в поле не воин у нас остается. Ну, я не буду здесь заморачиваться слишком сильно. Пускай он там и сидит. Так, удар валуном. Ну, куда же без твоих супер-пупер танцев-то, парень? Ну, естественно, пляшет тут мне брейк-данс. Вот и все. Видишь, усиление блока, ребята, идет. Там показано было. Непонятно. Окей. Конечно, мы не смогли здесь немножко задержаться, зацепиться. Где-нибудь ранг 50-й было бы намного лучше. Тут 84-й, то есть в следующей серии меня уже сбросят с этого места. 100% тебе говорю. Так, дай-ка я тут, наверное, излишки эти разберу, потому что они стоят как-то не в свою очередь. Так, и тут вроде бы все норм, да? Сколько мы мутагена имеем? 25 тысяч. 25 тысяч. Нужно будет еще 5 тысяч набить, ребят. И кожеголовый получит 99-й. Что уже будет хорошо. Так, через 7 минут будет Усаги против хитрости. Мне сказали, что здесь, по-моему, можно будет набивать маузеров. Если это так, ребят, то в комментариях, пожалуйста, подтвердите. Ну что, а на этом все. Буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.